В октябре этого года в Торонто с успехом прошли Дни культуры Саха-Якутии. В галерее Беспала Браун состоялось открытие выставки якутских художников с презентацией народной музыки, традиционного костюма и национальной кухни. Здесь собрались самые разные люди, благодаря которым и появилась эта прекрасная возможность для жителей города познакомиться с самобытной и яркой культурной традицией. Это организаторы и спонсоры фестиваля, а также многочисленные гости. Что вас сюда привело? Почему это событие важно для вас? Эти вопросы мы задали нашим собеседникам. Мы поддерживаем этот проект по нескольким причинам. Во-первых, ассоциация представляет интересы своих членов канадского бизнеса в регионах России и странах Евразии. И одним из наших членов, уважаемых Торонто, является компания Silver Bear, которая ведет бизнес в регионе Саха-Якутия. И так как любая компания, которая работает в области горной добычи на севере, должна быть социально ответственной, то и компания Silver Bear тоже следует этому правилу и поддерживает культуру, искусство народов севера в России. Нашей целью является развитие этого бизнеса, добычи серебра в таком большом регионе, как Саха-Якутия. И мы хотим делать это с учетом и уважая культуру и традиции местного населения. Вам не напоминает якутское искусство, которое сегодня здесь представлено, наше канадское традиционное искусство севера? Да, я могу провести много параллелей между двумя видами искусства на севере, в Якутии и в канадском севере. И также могу провести параллель между чертами характера людей двух народов, которые отличаются своей теплотой и открытостью. Сейчас мы берем интервью у виновницы торжества, я бы так сказал, Марины Десяткиной, которая за последние несколько лет так сильно продвинула якутскую культуру, что, я не знаю, может быть, надо поучиться нашим другим сообществам брать с вас пример. Как вам это удается? Ну, я думаю, что прежде всего должна быть любовь, так сказать, в сердце к своей земле, к своему народу, и, так сказать, должно быть еще, может быть, желание, так сказать, рассказать о своей культуре другим людям. И благодаря тому, что мы живем все-таки в стране, в которой политика, так сказать, основа политики – это мультикультурализм, следовательно, здесь очень благодатная почва для того, чтобы представлять какие-то культуры. И торонцы особенно, так сказать, с большим вниманием, с большой теплотой относятся ко всему новому, неожиданному. Поэтому сейчас, когда мы проводим Дни культуры Якутии, мы от очень многих людей получаем вот этот вот благодарный очень отклик, и мы наблюдаем за людскими лицами, вот получаем этот вот вау-фактор. Да? Но ведь культура – это не только еще и художники, еще и музыка, и культура питания, и культура праздника, и культура одежды, и культура поведения. В общем, культура состоит из многих составляющих. Вы здесь попытались как-то микс сделать. Вот да, расскажите об этом, потому что это очень интересно. Люди с улицы заглядывают. Угу. Да, совершенно верно. Мы, конечно, хотели что-то, так сказать, чтобы было что-то, чтобы радовало глаз, чтобы что-то радовало ваше ухо, чтобы ваши, так сказать, вкусовые ощущения тоже, так сказать, вам помогали, так сказать, воспринимать. И, конечно, информация. Будет, так сказать, какая-то интересная новая информация, которую представят и наши музыканты, и наш художник-модельер по национальным костюмам Августина Филиппова. Каждый расскажет немножечко, так сказать, о том, почему они это делают и как. Меня зовут Людмила Беспала Браун, это мой муж Дэрол Браун. Мы вдвоем основали эту галерею.
Дэрил говорил, в принципе, о том, о нашем бэкграунде, о том, как это все произошло. Как он сказал, нам повезло побывать и поработать, и пожить во многих странах бывшего Советского Союза, а также некоторых странах Азии, Индонезии, Южной Кореи, ну и так далее. И таким образом, пока Дэрил работал над реформированием законодательства этих стран, работал с правительством разных стран, я в это время занималась благотворительностью. И через благотворительность я занималась искусством параллельно. Мы провели много аукционов, продавая искусство с целью благотворительности. Мы проводили также всевозможные мероприятия для поддержки художников. Через эти именно пути мы познакомились с художниками напрямую, мы имеем фантастические контакты с этими людьми, бесподобными людьми. И вот когда мы вернулись сюда, в Канаду, нам из того, что мы увидели, более всего нам захотелось привести сюда именно искусство. Таким образом завязалась эта галерея, это результат наших путешествий. Ваших путешествий. Ваши работы сразу как-то бросаются в глаза. Мы непроизвольно выбрали место для съемки интервью рядом с вашей картиной. В вашей живописи присутствует реализм на грани с фантастикой. Да, вы правильно заметили, да, потому что я вот в основном в последнее время я работаю вот так вот. Придумал своего героя, основываясь на этнографических вот работах исследователей Сибири, севера России, да? Он кухлянки, да? Кухлянки. У него, если посмотреть, это вся материальная культура конца 19 века. Я вот придумал этого героя, и он у меня вот живет, попадает в разные ситуации, там иронические, веселые, юмористические, серьезные ситуации, да? На выставке была представлена якутская национальная кухня. Гости с удовольствием пробовали фирменные блюда от знаменитого шеф-повара. Ну, я сам с ученика повара начинал. Работал очень хорошими людьми, прекрасными поварами, которые они оставили свой опыт и дали мне. И как образованный человек, я все это по крупицам написал и выпустил очень хорошую книгу. Книга называется «Благословенная еда моих предков». По якутскому обычаю мы белой пищей маленько капнули и благословляем. Благословенную еду, кто кушает, будьте здоровы, будьте ко всему радостью идите. Пусть всегда везет. Будьте счастливы. Спасибо всем участникам этого проекта за замечательный праздник для жителей Торонто. С вами был Владимир Бронников.